Что новенького? Это ты. Чернотопье стало еще опаснее, чем когда-либо. Что новенького? Многие поселенцы пропали, и большинство неоргиниан бежали в страхе. Вместе они растащили по кускам то, что осталось от Индарила. Еще увидимся. Это неудивительно. Доспехи кровавой метки. Около заболоченной пещеры появились странные огоньки. Мы послали наших, чтобы узнать, что там такое, но они не вернулись. Нам нужна помощь. Они стали появляться несколько ночей назад. Странные мерцающие огоньки. Поутру уже ничего не видно, но они были там всю ночь. Будь осторожен. Добрый день. И тебе всего наилучшего. Ah!
Yeah.
Доспехи кровавой метки. Доспехи кровавой метки. Какая жалость! Спасибо тебе за помощь. Тебе всегда рады здесь. Какая жалость. Надеюсь, я смогу помочь. Это ужасно, просто ужасно. Бедные люди. Пожалуйста, помоги нам. Надеюсь, я смогу помочь. Несмотря на множество ферм Небинеи, там хватает лесов и необжитых земель, свободных для поселения. Пожалуйста, помоги нам. Предполагалось, что ты поможешь жителям заставы Харлана. Как там дела? Тролли, привлеченные блуждающими огоньками. Да уж, везет же тебе на подобные приключения. Ладно, вот твое вознаграждение. Мне очень жаль, но у меня больше нет контрактов для тебя. Может, у Азана есть, не знаю. Тебе удалось сделать немало, боец. Извини. Прощай. Здравствуй. Салют. Есть еще один, последний контракт. У меня есть для тебя еще кое-что, и это очень важное поручение. Из часовни Брумы был украден камень святой Алессии.
Не знаю, веруешь ты или нет, но большинство верит в богов, и этот камень очень важен для них. Поговори с Сирраком в Бруме, он посвятит тебя в детали. Хейнрих Дубовая Кожа женат на Босмерке? Возможно, их женщины менее надоедливы, чем мужчины. Поговори с Сирраком о контракте. Заставь меня гордиться тобой. Какая ра... У тебя умный взгляд. Приветствую, друг мой. Ты должно быть из гильдии бойцов. Мы ценим вашу помощь. Говорят, этот камень благословлен самой Олессией, и пока он остается в нашем владении, все беды будут обходить нашу церковь стороной. Эта реликвия недавно была украдена у нас. В ночь, когда камень был украден, видели, как из часовни выбегали люди. Мы думаем, это и были бандиты. Как говорят очевидцы, их было четверо или пятеро. Видели, как направлялись на восток по дороге. Пожалуйста, найди камень святой Олессии. Найди камень, пожалуйста. Чем могу помочь? И тебе всего наилучшего. Я ненавижу такую жизнь. Я полагаю, тебя послали выследить нас. Чертов камень! От него больше проблем, чем толку. Мы украли его. Я не буду отрицать это сейчас. Но теперь, впрочем, я остался один. Да, мы украли этот камень. Но мы были не последними, кто сделал это. На нас напала банда огров, неравнодушных к красивым камням, похоже. Я единственный, кто остался в живых. Если тебе нужен этот камень, иди в Седор. Это недалеко отсюда. Вот, я отмечу его на твоей карте. А теперь прошу оставить меня. Я сказал тебе все, что знаю. Оставь меня в покое. Валяй, меня это не волнует. Thank you.
я! Хвала девяти! Как идут поиски? Удалось ли найти камень святой Олессии? А, ты нашел его! Я очень благодарен тебе. Твоя работа оценена по достоинству. Вот, возьми это. Я бы с удовольствием дал тебе больше. Я благословляю тебя. Как дела с камнем святой Олессии? Сирок получил свой камень? Отлично! Хорошая работа! Хотел бы я дать тебе еще задание, но дела у нас идут не очень хорошо. Уверен, ты это знаешь. Вот твое вознаграждение. Все контракты, что были в наших списках, выполнены. Хорошая работа! Я произвожу тебя в воителей гильдии бойцов. Теперь ты выше меня званием, и я больше ничем не могу тебе помочь. Но ты можешь заходить сюда, чтобы повидаться со старыми друзьями. Ходят слухи, что тебя ищет Арейн, но я этого тебе не говорил. Хорошей тебе работы и удачи. Удачного тебе дня.
для меня радость говорить с тобой. Конечно, это дело будет неофициальным. Скажу больше, тебя, скорее всего, исключат из гильдии, если Велена пронюхает, что ты здесь. Я уже изгнан, но это не означает, что меня можно сбросить со счетов. Я хочу положить конец компании «Черный лес», и мне в этом нужна твоя помощь. Чтобы осилить их, мне нужно больше информации. По моим данным, они пытаются расширить свое влияние и устроили лагерь в пещере Болотного Тумана. Я хочу, чтобы ко мне был доставлен Аджум Каджин, один из главарей. Приведи его ко мне. Я бы хотел провести некоторое время в беседе с ним. Это он отвечает за расширение компании. Я знаю, что он высокопоставленный член этой группы, аргонианский маг, как я слышал. Иди и возьми его.